еще от ИФО зажигал. Он такой крутой. Ну, блин, странный. Ходит в маске, хоть бы слово когда сказал. Так нет, ставит музло и все. Чувак законченный псих, 100 пудов. А когда шоу закончилось, он резко свалил. Ни один нормальный человек не станет так делать. Этот мой коллега. Ну, такой симпатяга вроде, без разницы. Мы по работе особо не пересекаемся. Блин, я вообще не допираю, что творится в этом городе. Причем в какой-то фантом. Все с ума посходили. Понажу за своих цифровых наркотиков попить ходит, и давай карнавал. Как дела? Чем вам помочь? Ясно. Меня хватит. В толпе всегда найдется псих. Сегодня дам объявление. Пусть берут. Без машины куда проще. Надо торопиться. Демиан слишком гордый. Это полезно. Разведу его на инфу. И свалю. Иначе все. Встряну по уши. Сам найду всю инфу. Хрен с тобой, золотая рыбка. От тебя одни проблемы. Пока-пока. Сдаешься, Эйден? Не хочешь угадать, где я? Давай пришлю подсказку. Найди телек, увидишь. Дом Ники? Что ты задумал? Приезжай быстрее, Лапуля. Сестренке нужна помощь. Дэмиан! Дэми, что ты творишь? Да, сука. Психи думают, что им все можно. Что я дорожу своей семьей. Зачем ему Ники? Убивать не станет. Скорее, я его грохну. И он в курсе. Брэнкс хочет, чтобы я сдался. Стал работать на него. Помог найти тех, кто нас нагрел. К черту. Покончу с этим. Держитесь там, я скоро. А почему это тебя так волнует? А вдруг они уже влезли в мою систему? Или нет? Не знаю,
Всего 6 лет. Грустно. Где они? И ради чего? Все впустую. Знаешь, очень странно, когда кто-то вроде тебя окружает тебя кучей хрупких вещей. Ты слабеешь. Где? Ну нет, так не пойдет. Лучше тебе ответить. Да. Ники, где ты? Ники! Включи мозг. Лишний шаг, и она труп. Пойми, я сам не хотел. Но так уж получилось. Послушал бы меня. Все было бы в порядке. Скажи мне, где они? Они? Там только Ники. Мальчишка. Черт знает, Дим. Так, вот что ты сделаешь. Тут засветился Харт. Помнишь про второго хакера? След приведет к его компу. Найди и узнаешь, кто натравил его на нас. А если честно? Вопросы задаю я. Притащи мне Харт и точка. Это будет плата за Ники. И давай без глупостей, Эйден. Держи меня в курсе. Тогда сможешь говорить с сестрой. Ты мне, я тебе. Это я тебе припомню. Да-да, не зарывайся. Я запросто ее убью, если что. До связи, партнер. Где же Джекс? Дэмиан его не нашел. Может, планшет при нем? Нашел. В надземке. Черт, его преследуют. Дэмиан не должен найти Джекса. Надо его спасти. Так, я справлюсь. Найду Джекса и... Ники. Черт. Ники у него. Конец. Тарань его.
за ним! Вперед смотри! Потеряли. Джекс, не бойся. Тише, я с тобой. Послушай, это важно. Те люди что-нибудь говорили? Ответь мне, Джекс. Ладно, найдем твою маму. Алло, Йоланда. Это Эйден Пирс, брат Ники. Что-то случилось? С вами можно будет встретиться. Мы с Джексом уже в поезде. Так, знаете, где надо выходить? Да, да. Ничего не бойся, ладно? Они это сказали? Понятно, Джекс. Супер.
Здравствуй, милый. Скажите, в чем дело? Где Ники? Тяжелый период. Она решилась выбросить вещи Лены, думаю. Она, наконец, прощается. И как она? Плохо. Пусть позвонит. Она попросила меня. Вы сможете пару дней присмотреть за Джексом? Мы заплатим. Конечно. Сделаю, что смогу. Отлично, спасибо. Нике нужно время. Переболеть, так сказать. Сложно, но мы справимся. Да? Идем, малыш. Побезобразничаем с тобой. Идем. Пока. Ладно. Вот так.
ты прячешь их в кладовке? Тихо, тихо. В кладовке! Постой, я же сказал их выкинуть! Этих дурацких кукол! Это не просто куклы. Сдай их в магазин или отдай племяннице! Короче, они отдай куда хочешь. Я не буду жить с мужчиной, который играет в куклы. Боже, ты хоть представляешь, сколько это стоит? Все, с меня это хватит, же... проваливай. Черт, продали бы кучу денег от одного твоего вида. Что? Так, Итак, ну все. Ты меня слышал? Ой. А. Боже, поверить не могу. А. Надо выпить. И сестру набрать. Она предупреждала. Она сразу поняла. Слышь, места маловато. Должен быть где-то здесь. От меня не скрыться. Что? Хочу. Продолжай. Нет, нет. Похоже, это тот еще райончик. Надо подготовиться. Салют. Ты про кайф пробовал, а? Чего изволите? Сегодня из чикагской тюрьмы был совершен побег. Сотрудники проверяют систему защиты. Подробности неизвестны, но один из преступников смог проскользнуть мимо всех контрольных пунктов. К счастью, беглеца почти сразу нашли и арестовали. Это Джон Смит, 34 года. Его адвокат настаивает, что Джона задержали по ошибке. Эй, Фиа, ну подвинься! Отличный выбор. Росин в Брэндон Докс. Доступа к сети ОС у меня там нет. Лучше сначала хакну центр управления. Не может быть. А он? Ясно, ясно. Понятно. Не говори. Полиция ищет еще одну пропавшую девушку. 18-летняя Делия Паркс, приехавшая из Канзаса, пропала в Чикаго 2 недели тому назад. В этом году в городе пропало уже 14 девушек.
Зачем? Кому-то пора в такси. Тошнит? Ой, ёлки-палки, нормал, нормал. Эй, ты, держи меня. Ну, а вот так, давай, ну. Thank you.
Офигеть. Я прекрасно понимаю, что она делает. Заходит, зад оттопыривает, трясет своей копной волос. Все на велосипедах. Эй, прости. Забей. Что он говорит?